Приветствую, друзья! С вами я, Рушан Валеев, ваш персональный риэлтор в Черногории. Я продолжаю короткие видео о рынке недвижимости Черногории. Нерезиденты могут приобретать в собственность любые объекты недвижимости и земельные участки площадью до 5000 квадратных метров. Интересующий всех вопрос, что же и сколько стоит в Черногории? Совсем-совсем осредненно можно привести такие цифры. Квартиры продаются по цене 1100-2500 тысяч евро за квадратный метр, дома от 500 до 1700 евро за квадратный метр, земельные участки от 10 до 500 евро за квадратный метр. Да, очень широкий диапазон цен. Так ведь широкое предложение объектов недвижимости. На цену влияют месторасположение, регион, удаленность от моря, видовые характеристики, качество строительства и отделки, престижность конкретного жилого комплекса и другие вопросы. Например, квартира, в которой мы сейчас находимся, располагается в 50 метрах от моря и 200 метрах от элитного комплекса Порто Нове со всеми своими бутиками, торговыми площадками, элитными яхтами, парковками, которые вот буквально здесь можете посмотреть. Вот будущая парковка для элитных яхт. Ну и прочими атрибутами счастливой, замечательной, шикарной, дорогой жизни. Посмотрите, пожалуйста, вот 50 метров, буквально вот мы с балкона смотрим, и вот мы видим берег моря. Это Бокакоторская бухта. Ссылка на описание этой квартиры будет под этим видео. Черногория активно развивается, в том числе или особенно наглядно развивается ее инфраструктура. Хорошо развитая дорожная сеть. Электричество есть повсеместно, активно развивается водопровод. На побережье работает программа строительства очистных сооружений. Повсеместно есть кабельный интернет, оптиковолокно, на хорошей скорости. А в Черногории два аэропорта. А в СМИ активно обсуждаются планы строительства еще двух. А морской порт в городе Бар. Здесь помимо грузовых судов принимают круизные лайнеры. Традиционно круизеры заходят в исторический Котор. Они проходят здесь, прямо перед вами. Что называется, глядя с балкона. Активно развивается яхтинг. Строятся современные торговые центры, большие отельные комплексы, а также элитное жилье, элитные комплексы и новые города. Все это развивает туристическую индустрию страны. Растет туристический поток, что привлекает сюда все новые инвестиции. Все это повышает ликвидность черногорской недвижимости. Конечно, тех объектов, которые качественно построены, с качественной отделкой, в хороших местах, с хорошим арендным потенциалом и по адекватной цене. Основное направление на Адриатическом побережье Черногории – это, конечно, туризм. И все, что так или иначе связано с ним. Поэтому инвестиционно привлекательны, в первую очередь, квартиры в туристических локациях, либо в обустроенных районах городов для сдачи в длительную аренду. Затем помещения под торговые точки, либо под сервисные предприятия. Последние два года появился устойчивый спрос на офисные помещения. Пассивный доход от недвижимости сегодня достигает 5-8% годовых на вложенный капитал. Это то, что мне хотелось вам рассказать сегодня. И продолжение, конечно, следует. Готов ответить на возникшие у вас вопросы? Пишите в комментарии к этому видео, звоните вот по этому телефону. Ваши вопросы послужат материалом для следующих видео. Вместе мы разберемся в особенностях рынка недвижимости Черногории. И до встречи на солнечных берегах Адриатического моря в этой замечательной стране. Чао-чао, друзья! До новых встреч!